Перед тем, как трудоустроить иностранца, работодателю нужно обратиться в центр занятости. Там получить квоту о целесообразности нахождения потенциальных рабочих рук. Ведь их пребывание в стране может быть в визовом или безвизовом порядке, а также в качестве высококвалифицированного специалиста, который должен получать заработную плату более чем 2 миллиона в год. В этом случае подтвердить доход и квалификацию должен сам прибывший на работу в другую страну гражданин через работодателя. Организации, которые привлекают иностранных граждан, въехавших в визовом порядке, соответственно, должны получить разрешение на привлечение страны рабочей силы. Они обращаются к нам на Google 1, соответственно, и на 60 лет в ЛКСМ, значит, дом 8, где у нас находится отделение по работе с иностранными гражданами. Только после получения работодателем разрешения он может привлекать иностранца к работе. В случае безвизового въезда разрешение не требуется. Достаточно только информировать УФМС и Центр занятости о таком трудовом найме. Патенты на такой въезд оформляются в Краснодаре. Рабочие места для зарубежных специалистов вот уже 7 лет представляет одна из сочинских транспортных компаний. Руководители предприятия заинтересованы в квалифицированных специалистах, но перед тем, как принимать новых сотрудников, обязательно их проверяют. Приезжают к нам специалисты. Мы их обучаем первый год, и каждые последующие годы именно эти специалисты приезжают к нам уже как высококвалифицированные специалисты, плюс высокая работоспособность, поэтому нас устраивают данные граждане. Перед привлечением иностранной рабочей силы мы всегда уточняем всю информацию в центре занятости, в ФМС, обязательно проверяем всех сотрудников, которые к нам приезжают на работу. После они у нас проходят медицину, и если все у нас устраивает, тогда уже мы по новым законодательствам оплачиваем патенты и принимаем их на работу. В этом году количество трудовых мигрантов в Сочи составляет порядка 10 тысяч человек. По визовому режиму трудовые патенты в период с марта по 1 июля текущего года получили около 5 тысяч иностранных граждан. Примерно столько же направлено из Краснодара на курорт желающих работать без визы. Проконсультироваться по вопросам миграции и трудоустройства можно по телефону 240 55 99. Татьяна Говоркова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.